Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Лучшие идеи и практики озеленения городов. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии летнего ландшафтного форума. За заслуги в воспитании детей в Самаре наградили почетными знаками многодетные семьи. Сладкий вкус победы. Сразу 4 команды представит Кировский район на городском этапе соревнования «Лето с футбольным мячом». Лучшие идеи и практики озеленения городов. В Самаре состоялся летний ландшафтный форум. Его участниками стали архитекторы, дизайнеры, производители растений, поставщики оборудования и материалов для городского озеленения из различных регионов России. Какие общественные пространства Самары привлекли внимание экспертов, расскажем в сюжете. Показать и обсудить самые интересные проекты общественных пространств, новые идеи и объекты комфортной городской среды. Самара принимает российский летний ландшафтный форум. Участники, приехавшие из разных регионов страны, смогут увидеть лучшие практики оформления общественных территорий областной столицы и поделиться советами по благоустройству и озеленению городов. Похвастаться нам действительно есть чем. Это наши территории, которые мы благоустроили. Это замечательная вертолетка. Это сквер Аксакова. Это, безусловно, сад «Баланс». А какая у нас прекрасная набережная. Там тоже есть чем похвастаться. Совершенно точно люди уедут отсюда с новыми знаниями, с новыми умениями. Ну и, конечно, и мы приобретем и знания, и умения, и, может быть, получим ответы на вопросы, на которых у нас пока нет ответа. Сегодня для всех общественных пространств разрабатывают индивидуальный дендроплан. Городские власти работают с архитекторами, агрономами, дизайнерами. В результате каждое место становится уникальным со своей атмосферой. Например, одно из любимых мест горожан – вертолетная площадка в Самаре, откуда открываются удивительные панорамы на Национальный парк «Самарская Лука», акваторию Волги и Жигулевские горы. Огромные слова благодарности нашему губернатору Дмитрию Ильичу Азарову за то, что он придал нам решимости зайти на эту территорию, потому что территория действительно очень сложная, она многотеррасовая, и вам, конечно, эту территорию оцените. Мы-то ее и любим абсолютно точно и искренне. Здесь все приближено к природному рельефу. Разработаны маршруты и сценарии пребывания для всех групп населения. Созданы дополнительные смотровые площадки и террасы для обзора и фотосессий. Растительное наполнение учитывает разнообразие местной флоры. Это практически луговое разнотравье. Ландшафтный комплекс, прилегающий территории к филиалу Третьяковской галереи. Интересный тоже объект, довольно новый, современный. Он в авангарде даже, может быть, в каком-то смысле. Да, вот сад «Баланс», если мы говорим. Яблоневый сквер, мы нашим гостям будем показывать совершенно новый, просто в этом году еще только-только сделанный. Чуть-чуть, может быть, он еще не набрал силу, но, тем не менее, уже считается вот этот садовый променад городской, где растения во всей красе будут себя показывать, сменять от сезона к сезону. Среди участников форума не только архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают идеи, но и те, кто помогает их воплощать. Производители растений, поставщики малых архитектурных форм, оборудования и материалов для городского озеленения. Все они объединены общей идеей – создать комфортные условия для жизни горожан. Люди после трудового дня, они не должны жить в каменных джунглях, да? Все-таки ходить среди деревьев, кустов, петь должны птицы. Для людей, для жителей города нужны общественные пространства для отдыха, а парки, скверы. У нас 177 общественных пространств. Это и парки, скверы. Я думаю, что все жители Самары должны гордиться этим. Зеленый город – это не только комфорт и гордость жителей, но и туристическая привлекательность. Очень приятно, что этот форум проходит на самарской земле, причем он проходит, пожалуй, в первый раз после того, как отменены в полном объеме пандемийные ограничения, и, соответственно, именно город Самара может сегодня показать свои возможности, может сегодня поделиться своими наработками и, самое главное, вовлечь в туристический оборот и представителей тех регионов, которые представлены в виде делегатов этого форума. У нас прагматика, наш город должен максимально расширять свои туристические возможности. Ландшафтный форум продлится 3 дня. За это время участники увидят реализацию лучших дизайнерских практик в Самаре, прогуляются по знаковым местам, творцом которых выступает не только природа, но и сами люди. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Не только красиво, но и безопасно. Во всех районах Самары комиссия инспектирует состояние детских площадок. Летом ребята проводят много времени на улице. И детским зонам отдыха власти уделяют особое внимание. Все объекты, которые вызывают нарекания, должны быть отремонтированы. О результатах одной из проверок расскажет Михаил Ермоленко.
С момента установки в 2010 году детская площадка рядом с домом номер 5 по улице Аменева стала местом притяжения жителей. Здесь играют дети, а взрослые отмечают Масленицу и Новый год. За 12 лет многое изменилось, рассказывает жительница дома Галина Зубицкая. Некоторые конструкции пришли в негодность. Постаралось не только время, но и вандалы. Благодаря недавней инспекции администрации района удалось привлечь внимание к проблемам на детской площадке. И вот сейчас подрядчик уже на месте, ремонтирует и обновляет изношенные элементы. Очень рады, что у нас стали ремонтировать нашу первую площадку. Мы очень рады, потому что ходят, вот у меня внуки сюда ходят, я работала долго заведующей библиотеки вот в соседнем доме. Тоже мы выходили сюда, проводили библиодворики, разные мероприятия, поэтому, ну, очень прям отрадно на душе, что сейчас решили ремонтировать эту площадку. Ежедневно силами администрации, профильных служб и управляющих микрорайонами в промышленном районе города повсеместно проходит проверка состояния детских площадок. На сегодняшний день специалисты обследовали 51 территорию, проверили 792 объекта. Больше половины из них принадлежат местной МБУ, остальные в частной собственности. В дальнейшем формируется наряд задания, подрядчик выходит и исправляет те недочеты, которые есть по малым архитектурным формам. Самые распространенные дефекты у нас — это, естественно, лакокрасочное покрытие, это дефект непосредственно деревянных покрытий, ну и это выход бетонного основания из песка. Во время летних каникул безопасность детских площадок города – одна из ключевых задач. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной в этот период профильные службы в усиленном режиме проводят инвентаризацию детских зон отдыха. Такая проверка уже показала свою эффективность. В промышленном районе города отремонтировали порядка 120 объектов. В сообщении из социальных сетей обо всех аварийных участках специалисты Центра управления регионом Самарской области и Муниципального центра управления Самары получают от жителей через платформу «Инцидент менеджмент». В месяц МЦУ Самары получает порядка 4 тысяч сообщений. Благодаря созданию муниципального центра управления у нас в каждом районе, внутригородском, в каждом департаменте закреплены ответственные, которые проводят мониторинг, обработку и анализ обращений жителей, поступающих через соцсети, практически 24/7. А также мы активно обрабатываем обращения жителей на эту тему в соцсетях. Жители под постом в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте главы города, пишут адреса тех площадок, на их взгляд, которые являются небезопасными. ЦУР Самарской области аккумулирует сообщения о состоянии детских площадок со всего региона и берет на особый контроль. Только в июне зарегистрировали 220 жалоб по этому поводу. Данные проблемы не требуют больших финансовых затрат, но в то же время они несут риск для здоровья детей, которые находятся на этих детских площадках. Так, например, в сквере Высоцкого в Самаре был завезен песок на детскую площадку, а в Кировском районе была восстановлена одна из деталей карусели. Инспекцию и плановый ремонт детских площадок Самары планируют завершить к концу летнего сезона. Также жителям напоминают, что инициировать благоустройство дворовой территории можно в рамках нескольких программ, действующих в регионе. Формирование комфортной городской среды, содействие, твой конструктор двора, а также благодаря грантовой поддержке территориальных общественных самоуправлений. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В России отметили День семьи, любви и верности. В этом году праздник получил статус официального. Он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями брака. По всей стране прошли народные гулянья, благотворительные марафоны, концерты, выставки. В Самаре традиционно чествовали крепкие супружеские пары. Семьям-юбилярам вручили медали за любовь и верность. Ольга Волкова с подробностями. 65 лет семейной жизни пролетели как один день, признаются супруги Ковшовы. В этом году отмечают железную свадьбу в окружении двоих детей, троих внуков и 8 правнуков. Поэтому в своем рецепте семейного счастья супруги Ковшовы уверены как никогда. Это и просто, и сложно в том числе. Ну, во-первых, надо иметь хорошие семейные традиции. А я скажу, что любить и уважать друг друга мало. Мало того, надо понимать, в доме мужчина хозяин. Хозяйка – это я, он – глава семьи. Детей надо воспитывать, образование им дать, поставить на ноги, чтобы они сами могли работать, выучить их.
Таких образцовых семей в Самарской области много. Сегодня их чествовали в торжественном зале Дворца бракосочетания городского округа Самара. В преддверии Дня семьи им вручили медали за любовь и верность. Эту награду получают семьи, прожившие в браке более 25 лет и воспитавшие достойных детей. 27 лет. Пятеро детей. Инициатива больше детей была жены, больше я как-то этот. Но я сейчас жалею, что этот. Надо было 7-8 надо было. Спасибо властям, что обращают на нас внимание, работают с многодетными семьями. Спасибо президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину, потому что законы такие принимают. Супружеские пары поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Для каждого человека в мире самым главным, самым приятным местом является домашний очаг, где его ждут, где его поймут, где его поддержат. Семья для нас – это остров уюта и покоя. Но еще крепкие, благополучные семьи – это основа государства. И я хочу вам сказать слова благодарности за то, что вы много-много лет несете в себе это чувство взаимного уважения, любви и преданности. День семьи, любви и верности – это праздник не только для юбиляров семейной жизни. 8 июля в Самаре запланировано много праздничных мероприятий для жителей и гостей города. Ольга Волкова, Константин Головин. События. 5 многодетных семей получили почетный знак за заслуги в воспитании детей. Награды вручили глава Самары Елена Лапушкина и заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов. В теплой дружеской атмосфере родители рассказали, на чем держится их семейное счастье. Любовь, поддержка и укрепление традиций. Почетный знак за заслуги в воспитании детей получили 5 самарских семей. Награды вручили глава города Елена Лапушкина и заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов. Почетный знак вручают родителям, дети которых имеют достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. Создание и сохранение таких больших семей – это, конечно, большой труд. Но вы не просто сохраняете семью, вы воспитываете замечательных детей, которые пойдут по вашим стопам. И самое главное, что вы действительно в своем примере воспитываете не только своих детей, вы воспитываете очень многих. Очень хочется, чтобы ваш ежедневный, каждоминутный, каждосекундный труд был оценен, чтобы вас действительно знали люди и брали с вас пример. Почетные знаки и денежные вознаграждения в канун Дня семьи, любви и верности получили Ольга и Владимир Кузьмины, которые воспитывают 3 дочерей. Вера и Денис Забановы, у которых 2 сыновей и дочь. Дарья и Алексей Бойцовы, родители 2 сыновей и 2 дочек. Мария Серкова и Игорь Головлев, у которых 5 детей, 4 дочери и сын. А также Алина и Дмитрий Куклины. У них 7 детей, 4 сына и 3 дочери. Мы хотим поблагодарить вас, Елена Владимировна, вас, Сергей Владимирович, и всех, кто принимал решение о награждении наших семей, поблагодарить именно за то, что вы присвоили такую награду нашим семьям. Это большая ответственность, безусловно, и это еще один шаг, и мы будем и дальше стараться воспитывать своих детей и стараться уже, наверное, чтобы наши дети, потом своих детей, наших внуков и правнуков воспитывали также и делали полезные, хорошие, добрые дела, по крайней мере, для нашей самарской земли. За общим столом многодетные отцы рассуждали, насколько сегодня важно правильно воспитывать молодое поколение, прививать детям семейные ценности, помогать добиваться успехов. А многодетные мамы рассказывали о тех чувствах и эмоциях, которые может подарить материнство. Это удивительно прекрасное чувство, когда через женщину приходит в мир новая жизнь. И это, с одной стороны, огромная ответственность, а с другой стороны, удивительное счастье встретить с любящим сердцем душу другого человека. И осознавая, что мы вкладываем в это сердце, и оно понесет дальше по этой земле все прекрасное, это очень вдохновляет. Решение награждать семьи почетным знаком за заслуги в воспитании детей в Самаре приняли в 2014 году. С тех пор награду получили более 30 семей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Некоторые многодетные семьи смогут улучшить свои жилищные условия. Глава Самары Елена Лапушкина вручила сертификаты на приобретение жилья самарцам, в семьях которых по 6 детей. О церемонии награждения расскажет Андрей Горгуленко.
Саид Белдуров – отец большого семейства. У него и супруги Татьяны 6 детей. Все, кроме самого младшего, ходят в одну гимназию. Поэтому, чтобы дети без лишних хлопот добирались до места учебы, родители снимают квартиру недалеко от учебного заведения, но мечтают приобрести собственное жилье в том же районе. Самое главное, что мне нужно жилье не то что для себя, а для детей, чтобы им было удобно ходить в то заведение, где они учатся, чтобы им было удобно для них. А вот семья Телеляевых, у которых тоже 6 детей, хочет жить поближе к реке. Старшая дочь Валерия увлекается парусным спортом. Да и вообще в частном доме, рассказывают родители Александра и Евгения, гораздо уютнее жить, особенно после квартиры. Помогут исполнить их мечты и сертификаты на приобретение или строительство жилья, которые в преддверии Дня любви, семьи и верности семьям вручила глава Самары Елена Лапушкина. Такую социальную выплату в Самаре выплачивают многодетным семьям, воспитывающим 5 и более детей с 2019 года. За это время уже 6 семей улучшили свои жилищные условия. Я рада, что в этом году мы эту традицию продолжаем. Я понимаю, все мои коллеги понимают, что, конечно, семья – это основа государства. От того, что нас ждет дома, зависит спокойствие и на работе, и везде, и везде. И, конечно, вам слова благодарности, слова признательности за ваши крепкие, замечательные семьи. После вручения сертификатов глава Самары пообщалась с семьями. Гости рассказали о своих планах, о том, чем занимаются дети и куда они хотят поступать. А также, конечно, поблагодарили за такой прекрасный подарок. Есть вещи, вот, которые делаешь с удовольствием и действительно от души. Потому что я понимаю, что это очень нужно, и это в дело пойдет. Поэтому я сама счастлива. Спасибо вам огромное. Мы оценим вашу помощь, которая очень такую значит. Завершилась торжественная встреча фотографии на память. Затем глава города пожелала родителям удачи и благополучия. Ведь им предстоит выбрать жилье, где их большим семьям будет уютно, удобно и комфортно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самарской области назначили временно исполняющего обязанности начальника регионального главка полиции. Им стал генерал-майор Андрей Токарев. В системе МВД он с 1997 года, с 2018 занимал должность заместителя начальника УМВД России по Орловской области. В Самарском регионе Токарев сменил Александра Винникова, который ранее ушел в отставку. Руководителем городского департамента образования стала Ирина Коковина. С 2002 года она работала директором Самарской школы номер 3 имени Героя Советского Союза Вадима Фадеева. Под ее руководством школа стала лучшим учебным учреждением Самарской области 2021 года. Ирина Коковина ведет активную общественную работу, является депутатом Совета депутатов промышленного района Самары, входит в состав общественного совета при Комитете по образованию Самарской губернской думы и экспертной группы по аттестации руководителей образовательных организаций. Самарские ученые близки к новым открытиям. В прошлом году на базе Самарского университета конструкторы создали установку по изучению процессов горения в двигателях от автомобильных до авиационных. А уже в этом году начали проводить первые эксперименты. Результаты исследований помогут промышленному кластеру региона в разработке эффективных и экологичных двигателей, что поможет решить задачи импортозамещения. В том, как устроена установка, разбирался Михаил Ермоленко. На сегодняшний день самарская установка по изучению процессов горения в двигателях не только самая большая, но и самая передовая в мире. Аналогов практически нет. Главная задача этого аппарата – помочь инженерам в разработке эффективных и экологичных отечественных двигателей. На установке начались первые эксперименты. Ученые проводят исследования по окислению и разрушению сажи при температурах до 1500 кельвинов. Главная цель – минимизировать образование вредных выхлопов при сгорании топлива. Благодаря установке можно будет понять, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива, уменьшив при этом вредные выбросы. Простыми словами, данные, которые получат исследователи, необходимы, например, для синтеза нового вида топлива, используемого в ракетных двигателях. Потом разрабатывать технологии чистого сжигания топлива. Это очень важно. Вы знаете, что на двигатели требования очень высокие по именно эмиссии вредных газов. Поэтому для того, чтобы их снизить, необходимо понимать, какие процессы идут. Несмотря на размеры полной установки, самое главное – ее сердце – микрореактор, вполне компактный. Выглядит как небольшая трубка длиной всего в 20 мм. Она создана из карбида кремния – материала, который крайне редко встречается на Земле и, по сути своей, является чем-то космическим, так как распространен именно в этой части нашей Вселенной в виде частиц звездной пыли.
Как отметили ученые, стоимость установки порядка 70 миллионов рублей. Ее удалось разработать и собрать в Международной научной лаборатории «Физика и химия горения» в рамках мега-гранта правительства Российской Федерации «Разработка физически обоснованных моделей горения». Создание аппарата на базе Самарского университета началось еще в 2017 году. В 2021 он был полностью готов, и вот через год начались первые испытания. Одно из интереснейших направлений, например, это подмешивание водорода к авиационному топливу, что, безусловно, повышает и топливную эффективность, и снижает экологическую нагрузку. И здесь, опять же, мы встречаемся с необходимостью использовать ученых данной лаборатории, которая изучает фундаментальные вопросы горения. Эксперименты, которые начались, прежде всего помогут решить задачи импортозамещения. Получаемые с установки данные важны для промышленного кластера не только предприятий нашего региона, но и соседних. Как отметили специалисты, потенциальные кандидаты – это заводы, входящие в состав Объединенной двигатель-строительной корпорации, такие как УДК «Кузнецов» и Пермский УДК «Авиадвигатель». Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Подготовка Самары к предстоящему отопительному сезону под тщательным контролем администрации. В Департаменте городского хозяйства и экологии состоялось заседание штаба под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. В этом году запланировано провести работы на 20 объектах. В числе самых крупных – перевооружение теплотрассы на улице Ташкентской, на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Старозагора. Активно ведут работы в центре города. Теплотрасса на участке улицы Рабочей от Галактионовской до Самарской уже перевооружена. Подрядная организация в ближайшее время планирует провести здесь восстановление благоустройства. На этапе обновления участок по Молодогвардейской от улицы Ульяновской в сторону Ярмарочной. Особое внимание уделили перевооружаемым теплотрассам, расположенным вблизи социальных учреждений. Владимир Василенко поручил завершить весь комплекс работ, в том числе восстановление благоустройства, на объектах, расположенных вблизи учебных заведений, до 25 августа. В городском департаменте транспорта прокомментировали ситуацию, которая возникла в автобусах. Перевозчик самостоятельно организовал вход пассажиров только через переднюю дверь, что вызвало волну недовольства у жителей Самары. Такую меру перевозчик обосновал борьбой с безбилетными пассажирами. В предыдущие периоды аналогичная практика позволяла увеличить выручку на 10%. Однако департамент транспорта полагает, что в первую очередь нужно заботиться об удобстве для пассажиров. Поэтому в адрес перевозчика направили официальное обращение с требованием обеспечить вход и выход пассажиров через все двери транспортных средств на всех маршрутах. Кубки, медали и путевка на новый уровень. В Кировском районе Самары наградили победителей первого этапа турнира «Лето с футбольным мячом». Как развивались события на полях, узнал Анатолий Головко. Проявить себя и почувствовать вкус больших побед. В Кировском районе Самары подвели итоги районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». За право участвовать в городских соревнованиях бились 22 команды. 220 мальчишек и девчонок, влюбленных в один из самых популярных видов спорта на планете. Лучшие из лучших получили заслуженные награды, почетные грамоты, медали и кубки. Чествовали победителей представители городских властей. Районный этап у нас прошел достаточно активно. У нас 4 победителя, 4 школы в разных возрастных категориях. Тоже 2 школы представляют девочек, 2 школы мальчиков. Те, которые победили и выходят у нас на городские соревнования. Чтобы достичь высоких результатов на городском и областном этапах, юным спортсменам придется приложить еще больше усилий. Женская команда Павла Журавлева сумела стать триумфатором соревнований на районном уровне. Но планку строгий наставник снижать не намерен. Напротив, тренер считает, что его подопечные готовы взять новую высоту. Старшие девочки на протяжении уже 4 лет показывают стабильный результат. Это 2008-2009 год рождения. И мы даже в прошлом году выиграли первенство области «Лет с футбольным мячом». И съездили в Москву, повидались с родиной Ириной. Замечательная была поездка. В этом году мы хотим повторить, но все намного сложнее. «Лето с футбольным мячом» – соревнования, которые поддерживают и школьные педагоги. Ученики не бросают тренировки даже во время больших каникул. Спорт – это здоровье, и здоровые дети – это наша задача. Поэтому занятие спортом не только в период учебы, но и в летний период – это очень важно. И мы стараемся, конечно, принимать участие во всех мероприятиях, организовывать их на своей базе. Турнир «Лето с футбольным мячом» проходит в Самаре уже в 14-й раз, но с каждым годом количество участников неуклонно растет. В общегородском турнире соревнуются около 200 команд в 2 возрастных категориях – дети от 9 до 11 и от 12 до 14 лет. Игры продолжатся до 31 августа. Второй этап соревнований проведут с 22 по 24 июля на площади Куйбышева. В нем будут сражаться команды-победители районных этапов турнира. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.
На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи.